Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Прибалтийская дача. Хочу с вами поделиться и рассказать. Я получила на днях посылку, значит, с семенами от Гавриш. Значит, во-первых, хочу вам сказать сразу. Я как-то здесь сделала репортаж. Разочарование в Сидек. Даже было разочарование не в то, что в семена какие, а какое отношение к заказу. Вот начнем даже вот с Гавриш. Когда я сделала заказ, мне перезвонили. И по каждому пункту заказа обговорили, сказали, что есть эти семена, вы согласны со всем, мы заказываем. Все, то есть как бы я поняла, что то, что я заказала, есть. А в Сидеке у меня получилось, я Русская империя, я уже про нее говорила, что значит, они мне очень нравятся. И как бы ради этой Русской империи сделала заказ. Ну, естественно, с сопутствующими товарами. Они все приняли, вроде написали «есть». А приходит такая записочка: извините, гражданин, таких томатов нету. Ну, понимаете, если бы это мне бы еще бесплатно вы прислали, без пересылки, а то, извините меня, пересылка обошлась, и как дорого. И поэтому хочу сказать, конечно, я немножко была разочарована, мягко сказать. А здесь, когда сделала заказ, вот он был попозже, чем Сидек, то есть даже удивилась, что перезвонили, обговорили каждую позицию мою, и вот я все получила то, что хотела. Значит, сейчас я вам покажу и расскажу, что я приобрела. И что меня еще удивило. Очень даже. Вот я в этом году сделала такие наборы. Вот они, вот видите. Наборы. Вот здесь, значит, свекла, редиска, капуста. Но вот хочу вам сказать, кроме капусты, вот набора. Вот, набора. Здесь еще как бы в подарочек, ну, может, конечно, пустячок, но тем не менее. Вот здесь вот, здесь настурция, если я не ошибаюсь, вот здесь настурция в подарок. Вот кабачки приобрела, тоже какой-то здесь подарок, Green Forest, не знаю, что это, быстрорастущее, какое-то декоративное для бордюров и цветников растения, вот видите, вот. Приятно, конечно, приятно. И вот эти вот наборы, кстати, я вам хочу сказать. 4 плюс 1, можно сказать, вот 4 плюс 1, один в подарок. Они стоят 32 рубля. То есть, естественно, что если поделить, и семян, даже сейчас посмотрю, семян, 0,5 грамма. То есть, по большому счету, очень даже прилично. Вот 32 рубля вот эти стоят наборы. Кстати, очень красивые, очень гламурные такие. Прям даже удовольствие вот их всех держать. Значит, что я еще у них приобрела? Я у них еще приобрела серию голландских семян. Но меня, знаете, что еще поразило, друзья? Вот я купила огурцы. Вот. Ну, вот эти не буду, они как бы известны. Вот купила семена Гуннар и Директор. Значит, ну, сразу бросается в глаза, может быть, кто-то по памяти. Вот, значит, я их покупала раньше у фирмы-партнер. И хочу вам сказать, что у фирмы-партнер. И нигде, вот они мне только осталось здесь Тем и Шоша. И вам хочу сказать, нигде, вот нигде на них не написано было, что это, в принципе, чисто голландские семена. Вот. И, конечно, вы знаете, когда покупаешь, думаю, что первоначально, что люди как бы думают, занимаются селекцией, а это просто как бы посредники фирмы. Ну вот Гавриш написала же честно, голландские семена селекции. Очень приятно. Ну, распаковывают. Естественно, что я 1000 семян не могу купить. Кто-то может, фасует. И вот ты видишь, что вот, пожалуйста, эти семена. Кстати, какое количество здесь? Ну, 5 штук, так же, как и у партнера. Но в партнере, да, иногда складывается впечатление, что это они сами делают. Ничего подобного. Значит, что я еще приобрела? В этом году, вот у меня тоже там есть, были заставочки такие вот. Я покупала у них астру. Ребята, какая она шикарная. Вот если у вас будет возможность, вот эти вот астры, пампушку... И, если не ошибаюсь, помпоновидные, очень шикарные астры. Это вот, конечно, трубчатая такая вот тоже шикарная астра. Вот, что я еще купила? Ну, вот тоже мне нравятся у них вот наборы, вот такие тоже. Здесь мы 4 плюс 1 в подарок. А здесь вот тоже они недорогие.
Вот видите, здесь капуста, здесь цветная, здесь капуста кальраби, тоже удивительно. Представляете, какая красота будет у вас на даче. Здесь 0,4 грамма, здесь 0,2 грамма, то есть прилично тоже. Ну и вот взяла на пробу еще вот такой перец у них тоже. Перец сладкий, какаду. И какаду желтый, какаду красный. Так, что еще? Ну, как бы еще серии вот эти вот голландских. Вот голландские взяла голландскую морковку тоже. Вот. Взяла, как я вам показывала, тоже капусту. Надо попробовать. Здесь 10 штук. Здесь, конечно, все поштучно, но хочу вам сказать, вот в моркови очень прилично. 150 штук. То есть во всех этих пачках 150 штук. И всхожесть, как правило, здесь, по сути дела, 80-100%. Вот. Что еще можно сказать? Значит, приходит очень все быстро, все качественно, все уже как бы проверено. И, конечно, надо уже как бы подкупать семена, потому что, вы знаете, иногда заходишь на сайт, а таких семян нет. Так что вот я вас познакомила с небольшой моей посылочкой, от которой я осталась довольна, которую приобрела, и буду теперь сажать. Так что, друзья, подписывайтесь на нас. Мы очень рады, друзья. До новых встреч. Ждем посадочных времен.